стал совсем другим. Пришло время прощаний. Так отпусти же меня таким молодым и отчаянным. Всем привет! Спасибо, что смотрите мои видео в первую очередь. В этом видео хочу вам рассказать о кое-что новом, что произошло в моей жизни. И я сделал подарок для себя сейчас, вот сегодня, и для вас. Теперь вы меня будете не только видеть хорошо и лучше, но еще и слышать. Потому что я приобрел вот такую вот петличку. Она вставляется в камеру. Вот таким вот разъемом, вот таким точнее, можно ее и в iPhone вставить, можно, в общем, по-моему, переходников очень много у нее в комплекте. Цепляется вот сюда на одежду, там, если я буду где-нибудь по улице идти или в торговом центре, там, например, чтобы громко не орать в камеру, вот, вставляется сюда, так это пока оставим, и еще в комплекте, ну, точнее, это как добавочное было. А самое основное в комплекте — это вот такой вот наружный микрофон, очень крутой, насколько я смотрел видеообзоры про него, довольно-таки хороший. Полностью этот комплект обошелся мне в 2900, ну в 3000, грубо говоря. Тут есть всевозможные насадочки, смотря на каком устройстве вы будете его использовать. Еще есть вот такой вот поп-фильтр, который одевается вот сюда, чтобы там снизить уровень, наверное, шума именно ветра, я так думаю. Вот. И вот такая вот петличка. А теперь по поводу видеть. Вот купил такой вот монопод. Называется он как бы городской, очень удобный. Вот такая вот штука. То есть на вытянутую руку можно использовать. Довольно-таки удобно. Это крепление такое здесь на руку, если вы прыгаете, например, с ним в воду, чтобы там не потерять его, не утопить. Тут оно вот регулируется. Монопод вот такого вот разъема, размера, то есть он не собирается больше, не убирается и тому подобное. То есть вот так вот он в собранном состоянии выглядит, очень маленький, удобный, можно положить в рюкзак, там, в карман. В общем, вот это очень сильное крепление такое довольно-таки, вот смотрите. Вот, сейчас давайте протестируем микрофон, для начала вот этот. И напишите в комментариях, насколько стал лучше звук, по вашему мнению. Вот я сейчас подключил микрофон. Давайте что-нибудь еще расскажу. Например, сейчас я сейчас подключил петличку именно. Примерно в 20-х числах декабря я еду в Москву вместе с Русланом. Мы поедем там по поводу работы, от работы нас справляют, ну, по поводу магазина, от этого оборудования. Будем там проходить небольшой тренинг, наверняка будем жить в отеле, это, я думаю, будет дня два займет у нас это, так что смотрите следующее видео. Сейчас у меня появился больше стимул снимать, монопод в основном я купил для Москвы, чтобы вы больше видели меня, как бы там, что сзади меня, точнее, находится, поэтому не пропускайте видео. Это была петличка. Давайте теперь сейчас подключу вот этот вот микрофон и скажете, какой лучше. Сейчас я подключил уже вот микрофончик, и чтобы протестировать звук, хочу бы вам рассказать. Так. Всем привет. Хотел сейчас Бургер Кинг, потом под заветный пакетик, и хотел бы с вами поделиться тем, что этот пакетик мне достался абсолютно бесплатно, потому что у меня карта Сбербанка, и у Сбербанка есть как бы бонусы, которые накапливаются. Вот я 3 раза кушал в Бургер Кинге как бы за свои деньги, и там накопились бонусы на 500 рублей. Вот я сейчас набрал еды на 300 рублей и все, оплатил как бы этими бонусами, получается бесплатно вообще. Заплатил, то есть, да, 1 рубль всего, и вот это очень круто. То, что ты можешь поесть, допустим, на старте тяжелые времена. Вспомнил пару бонусов и пошел поел. Всем привет, вы будете смотреть от первого лица, потому что мне нужны мои руки сейчас. В общем, я сегодня снова разорился. Так, видно вам там, да? И заказал еду в чайхане, но теперь уже за деньги. В прошлый раз они мне бесплатно все давали. Хочу вам показать, как все это дело будет выглядеть. А это что такое? А, это самса, вот. Вот такая вот самса, вот так вот она подается. Такой вкусный лук, обалденный, она с бараниной, вообще просто... Ух, как пальчики оближешь. Ну, короче, сегодня я так особо не расходился.
Я заказал 3 такие самсы из баранины, ну вот они, собственно. Такие вот у них приборы очень крутые. Единственные в Казани, наверное, заведение, которое подает такие приборы. То есть не такие, которые прям воткнешь, они треснут, а нормальные прям. Я не знаю, им можно несколько раз пользоваться. У меня от прошлого заказа еще лежит, я как-то салатик ел, помыл потом и еще раз пользовался, короче. А это, господа, вашему вниманию представляю, это, блин, самое вкусное блюдо, которое мне нравится из узбекской кухни. Это, мать ее, шурпа. Вот где еще вот такое счастье-то? Это шурпа. Вот. Собственно, такое короткое видео. Я сейчас буду все это употреблять. Хотел с вами поделиться радостью своей. Собственно, вот. Та-дай-дай-дай. Можно спеть даже что-нибудь узбекское включить. Ну давайте, приятного аппетита. Вам, мне, всем приятного аппетита. О, да, детка. Как-то вкусно. Стал совсем другим, пришло время прощаний. Так отпусти же меня таким молодым и отчаянным.